А там чинили? Пожалуйста, пожалуйста. У всех городов есть гербы. И на гербах нарисованы либо животные, либо деревья, либо еще различные достопримечательности. Мы хотим вам рассказать про герб Лондона. На гербе Лондона нарисован щит и два дракона. И оба дракона огнедышащие. Они все извергают пламя. Так вот, до того, как случилась та история, о которой мы вам поведаем, эти драконы пламя не извергали. А теперь слушайте историю. Смотри, смотри. Сказка называется «Драконы волшебника». На свете огненная гора. В этой горе был волшебник. Волшебника звали Фуддисан. Ему очень нравилось жить в этой горе. Он волшебник. Здравствуйте. Здесь тепло и уютно. Я люблю здесь. Вначале ответные жители видели, как из горы идет пар и говорили. Наверное, пьет там чай. Вкусный чай. Вот однажды, когда Фуддисан уселся на вершину горы, посмотрел вниз и увидел, что в пути идет маленький дракон, и его дракона. Ой, кто это? Гриша. Это Эндрю и его друг. Ой, правда, давай я тебе дам лучше целый чайник чаю, и ты сможешь донести его горячим. Но я думаю, что тебе еще захочется чаю. Может быть, ты возьмешь огонь от моей горы и отнесешь его бабушке, и вы сможете кипятить чай? Хорошо. У тебя все ручки заняты. Давай мы сотворим чудо. Я делаю так, чтобы ты мог побывать тогда, когда хочешь. Мама! Мама! Давай, давай, давай. Это выполнил все в кашу. Два, три, четыре, пять. А теперь выдох. Видишь, теперь у тебя огонь извергается изо рта. Спасибо большое. Тут он налил в чайник. Тут он налил в чайник воды. Да, на него огнем. Чайник два счета закипел. Эх, заварил чай, я идет в бабушку. Надо кратко.
Чили.